одела, и зарядку мы с вами сделали, а мне все равно чего-то холодно. Если метель такая поднялась, значит, наверное, где-то рядом уже Дедушка Мороз. Вы слышали? Вы слышали? Это же там, наверное, мой дедушка. Я слышала его голос. Ребята, а давайте, чтобы дедушка нас услышал, мы его позовем. Скажем, Дедушка Мороз. Давайте все вместе со взрослыми. Дедушка Мороз. Странно. Может быть, он нас не видит? Давайте мы встанем на носочки и помашем ему. Скажем, мы здесь, Дедушка Мороз, мы здесь. Мы здесь, Дедушка Мороз. Здесь, давайте встанем. Ой, девочка, а ты кто? Я... А ты не знаешь, я Саша, маленькая разбойница. А что ты делаешь в нашем волшебном лесу? А ты разве не поняла? Я в праздник пришла портить. Ха-ха, Деда Мороза искали? Вот найдите его теперь. Ты у него кусок забрала. Ты его с пути сбила? Да. Наш Дедушка Мороз, он же старенький. Ему тяжело по лесу без посоха идти. Ну и что? А я специально это сделала. Потому что Дедушка Мороз не подарил мне мой любимый подарок. Сказал, что подарит.